Инспекторы ГИМС областного МЧС проводят освидетельствование стоянок маломерных судов. Надзор включает в себя проведение ежегодных освидетельствований технического состояния баз и осуществление контроля в период их пользования. В частности, сотрудники инспекции проверяют соблюдение требований по обеспечению мер безопасности для граждан. Даже несмотря на период пандемии COVID-19, для сотрудников ГИМС МЧС России по Тверской области со стартом навигационного периода началась горячая пора. Перед летним сезоном инспекторы проводят освидетельствование баз стоянок маломерных судов. Оно включает в себя проверку документации, комплектованности, состояния береговых и плавучих сооружений. В частности, на этой неделе старший государственный инспектор ГИМС МЧС России Евгений Оленев проверил одну из баз в Конаковском районе. Осмотру подверглись документы, подтверждающие законность деятельности базы, отсутствие на месте незарегистрированных судов и соответствие количество маломерных судов, установленным нормам базирования. Незначительные замечания есть. На стенде, как вы видели, значит, у них не обновлен прескурант услуг ГИМС. Это важно, потому что люди пользуются услугами. По техническому состоянию причальных сооружений замечаний нет. Единственное, там в одном ящике песка маловато. Как поясняют в ГИМС, ежегодные технические освидетельствования баз проводятся перед началом навигации с целью проверки и готовности к пользованию и обеспечению безопасности стоянок маломерных судов. Результаты технического освидетельствования базы оформляются актом в двух экземплярах. Один из них передается владельцу стоянки. В настоящее время, отмечают ведомстве, все готово к открытию сезона. Осталось дождаться снятия ограничений в связи с пандемией COVID-19. Как только будут сниматься ограничительные меры, как только появятся отдыхающие туристы, водномоторники, все будет приведено в движение, открыто и действовать в регламенте, который, в общем-то, позволит обеспечить и безопасность отдыхающих. Согласно такому регламенту, напоминают ГИМС, на базах стоянок маломерных судов должны быть сигнальная мачта, спасательный пост, укомплектованный спасательным оборудованием, установлен информационный щит, на котором размещена необходимая информация. К примеру, схема движения судов с указанием глубины водоема, схема пирса, правила пользования маломерными судами, поведение пассажиров при нахождении на судне и другие сведения. Все это делается для того, чтобы отдых на воде был не только приятным и увлекательным, но и безопасным.